На часах 8 вечера. Время узнать главные новости этого дня. В студии с вами Татьяна Буть. Вот коротко, о чем пойдет речь. Карты, деньги, два ствола. Кто начал перестрелку в подпольном казино в Одессе? Взрыв в Угледаре. В Донецкой области ребенок погиб от разрыва гранаты. Из аквапарка в госпиталь. Что грозит владельцам харьковского аквапарка, отравившим посетителей хлором? 3 дня до Брекзита. Британия готова хлопнуть дверью. Одессу взбудоражила ночная стрельба. Вооруженные разборки развернулись в подпольном казино. Все как в криминальных блокбастерах. Что произошло на этот раз и как местные власти намерены бороться с разгулом преступности? Далее в репортаже. Все произошло вчера вечером в спальном районе Одессы. В подпольном казино иностранец выиграл крупную сумму – 260 тысяч гривен. Но заведение выдавать ему деньги отказалось. После ссоры обе стороны вызвали подкрепление. Началась массовая драка, прогремели выстрелы, но обошлось без пострадавших. В полиции говорят, еще выясняют обстоятельства произошедшего, поэтому детали не уточняют. Тем не менее, практически одновременно одесские правоохранители отрапортовали. В ходе спецрейда по незаконным игорным заведениям закрыли сразу 16 нелегальных казино. Изъяли около 200 компьютеров, документы и квитанции. Вообще в Одессе подпольные казино все чаще упоминаются в криминальной хронике. Так недавно неизвестные дотла сожгли одно из таких заведений, а заодно и соседние квартиры ни в чем не повинных людей. По данным полиции, всего в городе функционирует около 200 игорных залов, прикрывающихся вывесками «Лотерея» или «Спортлото». Правоохранители обещают, борьба с ними станет одной из приоритетных задач. Это есть разные крысы, которые легализуют их в правом поле. Влиятельные лица, скажем так, имеют к этому отношение, поэтому есть сопротивление определенное, которое надо проходить, ломать и так далее. Но, тем не менее, мы будем избавляться от этой заразы. Никакого компромисса. Напомню, проигрыш крупной суммы денег в казино является по одной из версий причиной кровавого убийства одесского бизнесмена Александра Ряжева. Его автомобиль неизвестный расстреляли в центре Киева в эту среду. Ряжев из Одессы и перебрался жить в столицу. И, как говорят люди, знавший его коммерсант был большим любителем азартных игр. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал «Интер». Новое сведение по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Как сообщает прокуратура, правоохранителям удалось задержать мужчину, который принимал активное участие в массовых беспорядках в тот день и около 3 лет скрывался от следствия. Правда, на чьей стороне выступал подозреваемый, евромайдановцев или антимайдановцев, в ведомстве не уточнили. Как не сообщили и имени задержанного. Я напомню, в результате уличных волнений и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе погибли 48 человек и около 200 получили ранения. Расследование и поиск виновных в этой трагедии продолжаются до сих пор. В Николаеве правоохранители раскрыли коррупционную схему по аттестации моряков. Члены Государственной аттестационной комиссии, как говорится, поставили дело на конвейер. Каждый моряк, чтобы получить разрешение на работу в море, должен был заплатить взятку – $300. Подробнее Кирилл Щишин. Коррупционную схему раскрыли сотрудники Управления защиты экономики совместно с прокуратурой. Уголовное дело завели еще в прошлом году, но о подозрении 3 участникам схемы объявили лишь накануне вечером. Ключевая фигура – это сотрудник Николаевского регионального филиала инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Вместе с ним по делу проходит 2 посредников – преподаватель Центра подготовки плавсостава и директор частного предприятия. На данный час проводятся следствие дії. 3 фигурантам доказаної справи оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбачено частина 3 368, санкція статті, за яке передбачає до 10 років позбавлення волі. Каждый моряк за прохождение аттестации должен был выложить $300 вдобавок к официальной стоимости подготовки. Переаттестация для моряков – дело регулярное. Без нее уйти в море невозможно. А чтобы на экзамене не завалили и можно было работать дальше, приходилось платить. Следователям удалось задокументировать множество фактов получения взяток. Их общая сумма около 800 тысяч гривен. После объявления о подозрении у следствия есть 2 месяца, чтобы завершить расследование и передать дело в суд. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал «Интер», Николаев.
600 тысяч гривен присвоил себе бухгалтер одной из школ во Львове. Часть заработной платы работников он перечислил на собственную банковскую карту. И за счет этих средств погашал свой кредит. Горе-бухгалтеру светит до 3 лет тюрьмы. Дело уже передали в суд, но комментировать детали в прокуратуре пока отказались. Пообещали в понедельник. Наши журналисты будут следить за ходом дела. А в Донецкой области полиция отчиталась о задержании участника блокады. Мужчину сдали его же товарищи. Он был в розыске в Николаевской области за нанесение легких телесных повреждений. В блокаде участвовал с первых дней, сначала в Бахмуте, а потом в Торецке. Сдали его из-за высказывания о том, что действия блокировщиков на руку России. Тем временем главный коп Донецкой области обзавелся новым креслом. Вячеслав Аброськин пошел на повышение. Стал замом главы нацполиции. Примечательно, что не так давно он боролся за место главы ведомства. Но по результатам конкурса вошел только в десятку претендентов. При этом должность начальника полиции Донецкой области Аброськин не покинет. Будет совмещать. Вот только неясно как, ведь с одной должностью он-то не особо справляется. С блокадой не разобрался, при попустительстве его и его подчиненных разорвались Мариупольский нефтеперерабатывающий завод, но несмотря на это идет на повышение. Видимо, крайне предан главе МВД. В городе Угледар Донецкой области у 12-летнего подростка в руках взорвалась граната. Мальчик погиб на месте происшествия. В настоящее время работает полиция, район оцеплен. Обостряется ситуация в зоне боевых действий. Подробности в сюжете Олега Решетника. Еще до войны Красногоровка была все равно, что окраина Донецка. До главной площади областного центра всего какой-то час езды на общественном транспорте. Но теперь все иначе. Блокпост и виртуальная линия разграничения, из-за которой каждую ночь дождем сыплются снаряды. Вот это стреляло сало. Баланка дальше пошла, вон дорожка видна. Часто вот такие? Через день, можно сказать. Самое страшное, к войне здесь привыкли. А вот южнее под обстрел попали даже наблюдатели ОБСЕ. Это произошло в серой зоне возле села Коминтерново. Миссия осуществляла мониторинг режима прекращения огня для проведения ремонтных работ на газопроводах. Но всего в 30 метрах от группы упали несколько снарядов. Они тут же покинули горячую точку. Никто не пострадал. По оценке наблюдателей миссии, это были мины 82-го калибра. Неспокойно и на Луганском направлении. Здесь тоже всю ночь боевики вели массированные обстрелы. Обстріли бувають інтенсивні, переважно це крупнокаліберні кулемети, ДШК. Потім вони переходять на зенітні установки, можуть працювати бойові машини піхоти. Кто служит давно, рассказывает, ходить по окопам с высоко поднятой головой здесь опасно для жизни. Походка пригнувшись уже стала нормой. Я думаю, туда не ходять, но... Ні, вони там по позиції ходять. Ну, не бачите, зараз днем переважно стріляє снайпер тут у нас в районі. Чи може група снайперів? З цих позицій отчетливо видно Стаханов Луганської області. Зараз вони використовують артилерію. Артилерія в них працює на населеному пункту Стаханів. А это печально известная Авдеевка. Совсем недавно ценой нескольких жизней специалисты восстановили линию электроснабжения. А сегодня она снова не работает. Около 2 часов дня в результате обстрела без электричества остались мирные жители, как Сахим и ДФС. Глава Донецкой облгосадминистрации рапортует, все силы брошены на восстановление сети электроснабжения. Олег Решетняк, подробности, телеканал Интер. Сегодня 75 военнослужащих из зоны АТО получили награды от президента. Из них 26 посмертно. Как сообщает пресс-служба главы государства, большинство награжденных – это бойцы, раненые во время обороны Авдеевки и Светлодарской дуги. 5 отметили орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени, 36 военнослужащих удостоились ордена за мужество 3-й степени. И еще 34 бойца получили медали за военную службу Украине и защитнику Отечества. Местные выборы в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской области возможны только при условии участия в них украинских партий. Об этом глава представительства Европейского союза в Украине Хюх Мінгареллі сообщил в интервью агентству УНИАН. Он подчеркнул, выборы проведут исключительно с соблюдением стандартов ОБСЕ.
Это означает, что украинские партии смогут выдвигать кандидатов, и украинские СМИ будут иметь возможность освещать кампанию. Также Мингарелли отметил, участники переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должны найти политическое решение, которое позволит провести эти выборы. По словам посла ЕС, благодаря этому Украина сможет постепенно вернуть контроль над территориями. К войне с террористами готовятся израильские военные моряки. Ливанская Хезболла, как сообщают эксперты, теперь грозит еврейскому государству боевыми действиями на воде. Подробнее расскажет Сергей Ослендер. Недавно опубликованный отчет Института национальной безопасности Израиля со всей очевидностью показывает, что следующая война будет, скорее всего, с террористической ливанской организацией «Хизбалла». Собственно, это ни для кого не секрет. Другой вопрос, какой она будет. И вот здесь эксперты утверждают, что это вполне может быть война на море. Дело в том, что за последние годы, как выяснилось, «Хизбалла» обзавелась самыми настоящими военно-морскими силами. В их составе уже есть боевые корабли, это ракетные катера иранской постройки «Зульфакар», вполне грозные. Грозное оружие. Есть подразделения военно-морского спецназа, они представляют реальную угрозу для израильских буровых в Средиземном море. Есть дальнобойные крылатые противокорабельные ракеты. Эксперты, кстати, задаются вопросом, а откуда у террористов такой арсенал высокотехнологичного вооружения? Если в свое время были некие террористические организации, которые поддерживались теми или иными разведок стран, то сейчас террористические организации влились в сами страны и действуют и под прикрытием страны, и под ее финансированием, и под ее управлением. И спецслужбы этой страны откровенно и открыто тренируют те самые боевые ячейки, например, той же организации «Хизбалла». Последний раз в настоящем морском сражении израильские моряки принимали участие в 1973 году во время войны судного дня. Тогда они наголову разгромили Объединенный Арабский флот. Но с тех пор прошло несколько десятков лет. Достойного противника в Средиземном море у них не было. И роль военно-морских сил свелась к охране побережья и поддержке сухопутных операций армии. Потенциального противника, что называется, недооценили. И террористы сумели этим воспользоваться. В 2006 во время Второй Ливанской они поразили противокорабельные ракетой израильский корвет, который обстреливал ливанское побережье. Корабль был тяжело поврежден, с трудом дошел до базы, погибли несколько членов экипажа. С тех пор угроза только усилилась, и сейчас флотское командование разрабатывает планы войны против нового вида террора – морского. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер». Двойной теракт в центре сирийской столицы унес жизни 44 человек, десятки ранены. Это паломники из Ирака, которые ехали к шиитским святыням в Дамаске. Взрывчатку заложили прямо на обочине дороги. Устройство сработало, когда мимо проехал автобус. Второй взрыв прогремел возле шиитского мавзолея. Террорист-смертник подорвал себя в толпе паломников. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял. Дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами. Сегодня голландские власти не пустили рейс с министром иностранных дел Турции. Мевлют Чавушоглу летел в Роттердам поучаствовать в массовых демонстрациях турков в поддержку расширения полномочий президента Реджепа Эрдогана. Но самолету не дали разрешения на посадку. Анкара в ответ грозит санкциями, а президент Турции обвиняет голландцев в фашизме. О том, что Нидерланды запрещают проведение любых турецких митингов, в Анкаре знали. Но все же решили испытать голландские власти на политическую прочность. И отправили министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Роттердам, где он должен был агитировать местных турков поддержать расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана на референдуме 16 апреля. Еще до вылета сам Чавушоглу заявил в эфире местного телеканала, о запрете знает, но до последнего не верит, что Голландия на это пойдет. Если они это сделают, то наши политические и экономические санкции против Нидерландов будут очень серьезными. Как они могут отменить мой рейс или рейс любого другого министра? Это повлечет за собой серьезные последствия. Но рейс турецкого министра в Роттердам сегодня все же отменили. И объяснили это просто, мол, в интересах безопасности и общественного порядка. Мы запретим любой митинг с участием какого-либо представителя турецкой власти в публичных местах. Я отвечаю за общественный порядок в городе, и турецкое правительство знает, что подобные мероприятия запрещены. Президента Турции это возмутило настолько, что он не выбирал слова для критики и на митинге своих сторонников в Стамбуле назвал голландские власти фашистами и пригрозил санкциями в ответ.
Они ничего не знают о политике или международной дипломатии. Они очень нервные и трусливые. Эти нацистские остатки и фашисты. Вы можете не пускать самолет нашего министра иностранных дел сколько угодно. Посмотрим, Голландия, как теперь твои самолеты будут летать в Турцию. Я имею в виду прежде всего дипломатические рейсы, а не простых граждан. Ранее из уст турецкого президента уже звучали подобные оскорбления, но в адрес Германии. Реджеп Тайип Эрдоган обвинил немецкие власти в применении нацистских методов после того, как там отменили несколько митингов в поддержку турецкой конституционной реформы. Но несмотря на бурное возмущение немецких политиков и запреты, министр молодежи и спорта Турции все-таки выступил сегодня с агитационной речью в Кёльне. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Турция закрыла свои порты для крымских судов. Страна прекратила паромное сообщение с аннексированным полуостровом. Об этом заявил директор компании-оператора «Крымское морское агентство» Станислав Воздилов. По его словам, суда не принимают уже 2 недели. Причин турецкие власти не сообщили. Из-за приостановки паромного сообщения поставки продуктов и товаров из Турции в Крым стали невозможны. И вернемся на материковую часть Украины. Почти 20 гостей аквапарка в Харькове получили отравление, проведя пару часов в бассейне. Посетителям пришлось вызывать скорую и полицию. Что случилось и кто понесет ответственность, разбирала Светлана Шакера. У входа в больницу родители пишут заявление в полицию. Накануне вечером их дети отдыхали в местном аквапарке «Джунгли». Через несколько часов, проведенных в бассейне, всем стало плохо. Был кашель такой до рвоты, прям ужасный рвотный кашель. Очень слезились глаза, им было плохо, их тошнило. Наталья Неделька сделала подарок на день рождения своим сыновьям-близнецам. Привела в аквапарк. Рассказывает, почти сразу ее насторожил едкий запах. Хлорки. Вот знаете, как, ну, дезинфекция идет в туалетах. Конкретное такое хлорки, такое аж. Вот у меня все вот, до сих пор першит, и да, я до сих пор кашляю. Люди заподозрили, в аквапарке произошло какое-то ЧП, и сами стали выводить детей. Вызвали скорую и полицию. Пойдемте в автомобиль. У меня у ребенка одного было, он просто-напросто начал задыхаться. Мы его вывели на улицу, но при поступлении воздуха он начал еще больше кашлять. И врач скорой вышел и сказал, что вот этих 3 детей мы 100% забираем в реанимацию. Родители возмущаются. Вместо того, чтобы оказывать помощь, сотрудники аквапарка просто разбежались. Вот я лично попыталась подойти к администратору. Никого нет. Гардеробщица нам сказала, говорит, ну попоите деток молочком. Форс-мажорные обстоятельства. В реанимацию вечером доставили 3 детей. Еще 3 привезли позже. Им стало плохо дома. Предварительный диагноз – отравление парами хлора. После ночи под капельницами детей отпустили домой. Все дети поступившие сегодня в удовлетворительном состоянии выписаны домой. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. В общем-то, по заболеванию. Сегодня же в аквапарке спокойно, как будто ничего не произошло. Несмотря на ЧП, аквапарк сегодня работает в прежнем режиме. В выходной здесь многолюдно, люди приезжают целыми семьями. Даже комментариев в прессе в аквапарке не дают. И что произошло, не объясняют. Руководства нету. Сегодня выходной, руководства нет на месте. В понедельник приезжайте в рабочий день. Накануне администрация аквапарка даже не позволяла контролирующим органам взять пробы воды. Только после вмешательства областных чиновников воду из бассейна все-таки взяли. По предварительным данным, ее химический состав не соответствует нормам. Порушено кримінальну справу щодо невиконання обов'язків по охороні життя та здоров'ю дітей. Санкція даної статті передбачає штрафи або обмеження волі на строк до 3 років. Тим временем родители пострадавших детей говорят, будут добиваться наказания виновных. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Полевые работы еще не начались, а на Прикарпатье уже успели собрать урожай. Рекордную партию различных видов наркотиков правоохранители выкопали в саду у жителя села Дубка. Готовые к продаже наркотики были закатаны в банки и бидоны, а не обычные консервации. Смотрите дальше в сюжете. С лопатами в руках полицейские сантиметр за сантиметром перекапывают территорию сада. Под тонким слоем земли находят сразу несколько мест с закладками. И вынуждены 2 точки сбрегать на какой-то засыпь. Это есть там. Раз и тут друг. Проводим их выемку. Несколько сотен закатанных банок, хорошо упакованных пластиковых бутылок и даже бидон. Все это набито различными наркотиками. Здесь и марихуана, и семена конопли, и даже маковая соломка.
вилучено 275 скляних банок об'ємом 3 літра з подрібненою рослинною речовиною зеленого кольору, зовні схожого на наркотичний засіб марихуану. Ці банки були акуратно складені, значить верхні частини були змащені там невідомо речовиною для того, щоб не ржавіли, не прогнивали. Не попадала туди волога. Все это добро было спрятано во дворе 49-летнего жителя села Дубка. О тайнике с такой необычной консервацией полиция сообщила сожительница злоумышленника. Она взбунтовалась после того, как мужчина стал заставлять ее продавать зелье. Були моменти, коли він її примушував до того, щоб вона брала наркотичні засоби, їздила у різні регіони, в тому числі за межі Івано-Франківської області. Тобто він її бив і заставляв цим займатися. Незаконним промислом мужчина займався давно, уверяють експерти. Наркотики пролежали в землі не один год. Зілля, говорять в поліції, мужчина вирощував сам на берегу Дністра, недалеко від села. Спілкувалися із сільським головою, з громадою села, з депутатами, тобто з елітою так званої села. Він фактично у селі ні з ким, жодною людиною він стосунки не підтримував. Дуже вів скрытный способ життя. Что интересно, не на камеру местные жители рассказывают. Якобы во время обыска правоохранители нашли еще и банки с деньгами. Правда, в полицию эту информацию не подтверждают. Но уверяют, эта партия оказалась рекордной на Прикарпатье. По скромным подсчетам, ее стоимость составляет почти полмиллиона долларов. Сам злоумышленник пока не задержан. Его объявили в розыск. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Банду наркодилера выявили сотрудники полиции совместно с прокуратурой СБУ и в Одессе. В организованную преступную группу входили хорошо подготовленные спортсмены. Пятерых в ходе спецоперации задержали. На этих кадрах видно, как это происходило. Злоумышленники наладили поставки и сбыт целого ассортимента зелья. Во время обыска изъяты психотропные вещества в больших объемах, а также арсенал огнестрельного, холодного оружия, боеприпасы и взрывчатка. Правоохранителям еще предстоит выяснить, с какой целью задержанные хранили у себя все это снаряжение. Крім того, що вони займалися постачанням наркотиків у великих об'ємах, вони були викриті правоохоронцями ще і у розбійних нападах, вимаганні, залякуванні, викрадені людей, а також мали корупційні зв'язки у митній службі, що допомагало їм налагодити контрабанду алкогольної продукції та інших товарів з території Румунії. В Беларуси продолжаются так называемые марши нетунеядцев. В городе Молодечно больше 500 человек протестовали против закона, который обязывает каждого неофициально трудоустроенного платить по 4 миллиона белорусских рублей в год. Двоих оппозиционеров, организаторов марша во время митинга задержали, их арестовали на 15 суток. Закон о налоге на тунеядцев инициировал президент Александр Лукашенко еще в 2015 году. Крайний срок оплаты был 20 февраля 2017 года. С тех пор митингующие уже добились принесения оплаты на год, теперь хотят и вовсе ее отменить. Если бы мы хотели бы заработать, мы не заработаем. Страна развалена, экономика развалена, мы на грани дефолта, у нас нет будущего. Все самое активное население, умные люди, ученые, профессора, студенты, умная молодежь уехала из страны. В Берлине завершилась 25-часовая забастовка работников аэропортов. Большинство рейсов уже возобновили. Акцию протеста организовал наземный персонал аэропорта Тегель и Шёнефельд. Работники требовали повышения зарплат с 11 до 12 евро в час. Из-за забастовки отменили около 700 рейсов. Пассажиры ночевали прямо в помещениях аэропорта. Акция совпала со временем проведения крупнейшей туристической выставки ITB – международной торговой ярмарки в Берлине. Мы считаем, что забастовка безответственна по отношению к пассажирам и особенно посетителям международной торговой ярмарки в Берлине. Брексит могут запустить уже через 3 дня. По информации британского издания Daily Telegraph, 13 марта за документ о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС проголосуют в Палате общины и Палате лордов. Затем законопроект должна ратифицировать королева Елизавета II. И 14 марта правительство премьер-министра Терезы Мэй начнет процедуру Брексита. Если это произойдет, 27 стран, остающихся в ЕС, соберут чрезвычайный саммит 6 апреля.
Ради чего католическая церковь готова отменить целибат? Почему судья в Южной Корее пришла на работу в бегудях? И как беременная американка отблагодарила парня, который уступил ей место в метро? Об этом и не только. Смотрите в обзоре международных новостей. Женатые священники? Пожалуйста. Папа Римский готов дать разрешение, правда, только после обсуждения этого вопроса среди католических священников и верующих. Особенно такая практика была бы, кстати, в регионах, где священнослужителей не хватает. Несмотря на такие реформаторские заявления, сам понтифик подчеркивает, что остается приверженцем целибата. Так спешила на работу, что забыла о бигуди на голове. Глава Конституционного суда Южной Кореи Ли Чон Ми, та самая, что оглашала вердикт об импичменте президенту, позволила себе такую оплошность. Бигуди заметили у нее прямо на макушке, но при этом никто не посмел высмеять судью. Напротив, 54-летняя Ли Чон Ми стала чуть ли не национальной героиней и символом трудолюбивой женщины. «Уступи место, получи награду». Беременная женщина так была благодарна парню, который встал ради нее в подземке Нью-Йорка, что наградила его бронзовой статуэткой. Под фигуркой мужчины, разрывающего на себе одежду, есть надпись «Достойному чуваку», первому мужчине, который уступил место в метро беременной женщине. Иван на 8-м месяце, и не заметить ее положение просто невозможно. Но при этом она практически всегда стоит в час пик. Статуэтку женщина постоянно возила в сумке, чтобы вручить первому, кто уступит ей место. Кольцо сатаны за 200 фунтов. Британский ученый из Ньюпорта недавно купил его для своей невесты за 1000 фунтов. Однако после очередной ссоры пара рассталась. И теперь Крейг Холден готов недорого продать кольцо, которое, по его словам, носила сама сатана. Так он называет свою бывшую. За якобы бешеную ярость, которую девушка не могла сдерживать во время ссор. У знаменитого ждуна скоро появится подружка Ждуня. Голландская художница и скульптор Маргарет ван Брифорт, которая придумала культовую фигуру, работает над дизайном женской версии образа. Об этом она написала в Инстаграме и выложила фото предварительной работы. Пока еще до конца непонятно, как будет выглядеть Ждуня. Уже совсем скоро автор обещает разместить новые снимки. Скунс стал популярным в сети, когда угодил в серьезную передрягу. Сунул голову в бутылку в надежде полакомиться чем-то съедобным. К счастью, жительница американского штата Висконсин увидела скунса и помогла ему избавиться от стеклянной тары. Правда, зверек при этом со страху отметил спасительницу своим неприятным запахом. С дикобразами шутки плохи. Голодный леопард решил напасть на животное, но не тут-то было. Дикобраз не просто распустил свои 35-сантиметровые иглы, а даже пытался бесстрашно атаковать леопарда. Видео стычки накануне выложил на своей странице в соцсети канал National Geographic, после чего дикобраз стал настоящей звездой интернета. За 17 часов его просмотрели почти 2 миллиона человек. В Японии вспоминают жертв разрушительного землетрясения, которое произошло 6 лет назад. Последствия стихийного бедствия в разных уголках мира ощущают до сих пор. Например, взрыв на атомной электростанции Фукусима. Что сегодня говорили официальные лица островного государства о трагедии и как почтили память погибших? Далее в сюжете. Траурная церемония начинается ровно в 2 часа 46 минут 11 марта 2011 в результате самого разрушительного землетрясения в новейшей истории Японии. Почти 16 тысяч человек погибли. Около 2 тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести. Я бы хотел воздать должное всем тем, кто принимал участие в ликвидации последствий этой трагедии. Люди из пострадавших районов на протяжении последних 6 лет не прекращали помогать друг другу. Восстановление пострадавших территорий не прекращается и сейчас. Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах от побережья Японии. Почти сразу же на островное государство обрушилось цунами. Гигантская волна достигла населенных пунктов через 69 минут. Первым под водой оказался аэропорт Сендай. Среди наиболее пострадавших префектур – Фукусима. Там произошла авария на атомной электростанции. Меньше чем через сутки после стихийного бедствия там прогремел взрыв. Зараженная радиоактивными материалами вода разлилась по разрушенной округе. Последствия катастрофы до сих пор дают о себе знать. Опыт этой катастрофы мы учли. Теперь правительство будет уделять больше внимания безопасности и профилактике чрезвычайных происшествий. Мы вынесли, пусть и тяжелые, но ценные для нас уроки.
Мемориальную церемонию в прямом эфире показали все национальные телеканалы страны. Наиболее пострадавшие северо-восточные регионы, как сообщается, за происходящим в столице следили особенно внимательно. Помимо государственного Токийского мемориала, в переживших бедствия городах появились сотни памятников. Многие установили родственники тех, чья жизнь оборвалась весной 2011-го. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал «Интер». Наш эфир заканчивается. Завтра в 20:00 мой коллега Алексей Лихман расскажет вам о главных событиях этой недели. И вот в двух словах о ключевых темах. Проклятье одеяло в клеточку. Кого может накрыть дело главного налоговика Насирова? Тайна за семью печатями. На что Киев пошел ради транша МВФ и почему текст подписанного меморандума скрывают от украинцев? Списанные миллиарды. К чему свелась проверка электронных деклараций и почему их главные фигуранты продолжают купаться в золоте? Лекарственный голод. Почему закупки препаратов для больниц отстают на год? И сколько людей уже заплатили за это своей жизнью. На этом все. Больше информации на нашем сайте. Подробности. Приятного вечера и хорошего настроения. Увидимся.